обычная пятница в Санкт-Петербурге. Похоже, все просто едут на выставку, потому что в Питере редко три машины подряд. Все-таки не Москва. Макларен, Мерседес. Что мы тут в экспо-форуме, то тут где-то мы тоже будем там дальше стоять. Там в зале какие-то газели. А я вот на дачу присмотрел такую машину-амфибию. Сидений, конечно, маловато, но огонь. Вот тут такая ситуация. Остановка с 2 часов. Поэтому еще мало машин. Вот тут кого-то можно увидеть? Вот так все тут происходит. Завтра с 10 утра. Такой Хайен Турбо С. Кстати, на вторую его видел. За 1 000 000 продается. Кто спрашивает, короче, если есть время, я думаю, стоит посетить выставку. Рам везет СРТ. Вайпер. И на скатриже двери уже стоят. Ну как же, какова, как говорится, красота, доделывают малышку, но молния Маквин, просто чудесная молния Маквин, красотка, супер быстрый кар. Готовимся к встрече однокурсников с Костей. Как всегда, мы самые пунктуальные. Старбас, кстати, взял он, давно не брал. А это отель с залом, кстати, под мероприятие. Welcome. Ну все, мы поставили стенд. Так вот машина стоит. В субботу, воскресенье ждем вас в экспо-форуме. Стендик, телевизор, все расписано.